Физкульт, привет, друзья! В прошлый раз мы с вами поговорили, почему у вас нет прогресса. Почему на начальном этапе нужно тренировать силу. И почему нельзя доходить в подходах до отказа. Кто пропустил, советую пересмотреть этот ролик. Кратко напомню, что в натуральном тренинге масса идет только за силой. А сила тренируется специальными тренировками. Отказ убивает силу. Если вы поступаете противоположным образом, то пеняйте только на себя, почему у вас нет прогресса в массе. Потому что не идет сила. Сила у вас не растет. Почему? Потому что вы тренируетесь в отказ. Но многие скажут, большинство ведь тренируется в отказ, особенно сейчас популярен, и я сам использую метод тренинга на окислительные мышечные волокна. Ребята, отказ, который применяется при тренинге на окислительные мышечные волокна, это совершенно другой отказ. Он происходит не потому, что вы не можете больше двигать тренажер, штангу или гантель. Отказ наступает именно из-за невозможности больше напрягать мышцу. Мышца просто кричит от боли. Вот такой отказ. Мы же с вами говорили в предыдущем ролике, и сейчас поговорим о позитивном отказе. То есть, когда вы больше не способны отжать штангу от груди, либо встать из приседа, либо подняться в становой тяге. Вот такие отказы нам с вами противопоказаны. В основном всегда. Когда необходим отказ? Именно позитивный отказ. Позитивный отказ нужно применять при тренинге на промежуточные мышечные волокна. Не нужно вам напоминать, да, что есть гликолитические мышечные волокна, есть окислительные, а есть промежуточные. Так вот, чтобы затронуть промежуточные мышечные волокна, нам с вами необходима специальная тренировка. Как это делается, я уже рассказывал. Сегодня напомню. Возьмем для примера всеми любимый жим лежа. Чтобы затронуть в этом упражнении именно промежуточные мышечные волокна, нам необходимо выставить вес, естественно, после разминки специальной, а до этого должна быть общая разминка, подойти к рабочему весу, при котором вы достигнете позитивного отказа от 10 до 12 повторений, а до этого выполнить 3 разминочно-подводящих разогревочных подхода. Как это делать, найдите в моих статьях. И есть видео о специальной разминке. Как только вы готовы к работе, необходимо выставить вес рабочий. Без напарника, к сожалению, тренироваться не получится. Не получится вам полноценно потренировать промежуточные мышечные волокна. Мы ложимся, выжимаем штангу, работаем 10-12 раз, достигаем позитивного отказа. После этого при помощи партнера возвращаем штангу на стойки. Сразу же вы с одной стороны, партнер с другой стороны, скидываете 20% веса со штанги. А для этого нужно заранее подобрать блины подобным образом, чтобы, скинув по одному или два блина со штанги, у вас получилось как раз таки вот это 20%. Сразу же возвращаетесь на скамью и дожимаете еще 8-9 повторений. И снова в отказ. Вот это один такой подход, как раз таки, который затронет промежуточные мышечные волокна. Тренировать его нужно после того, как вы прошли уже мои 4 ступени начального уровня. О ступенях ссылка будет внизу. Если вы сразу же возьметесь за тренировку промежуточных мышечных волокон, это собьет весь прогресс ваш. Вначале, как говорилось в предыдущем видео и во многих видео раньше, и как я постоянно говорю в своих статьях, тренироваться нужно на силу. Естественно, сначала отработав
технику до идеала. Отказы убивают силу. Не будет расти сила, не будет приходить масса. Я надеюсь, что вы поняли, когда нужно применять отказы, и надеюсь, что вы поняли разницу между позитивным отказом и отказом, который наступает при тренинге на окислительные мышечные волокна. Не забывайте писать вопросы в комментариях. На все вопросы я обязательно отвечаю. Увидимся в тренажерном зале. Всем пока!